Для этих ребят момент получения паспорта гражданина Российской Федерации станет поистине запоминающимся. Участник торжественной церемонии Никита даже строит планы, как отметить столь важное событие. Я обязательно отмечу этот день и завтра с друзьями куда-либо соберусь. Теперь на меня воздержатся уголовные ответственности. Церемония вручения первых паспортов юным жителям Одинцовского городского округа вновь состоялась в городской библиотеке номер 1. 11 мальчиков и девочек, достигших 14-летнего возраста, получили свой главный документ и поздравительный адрес губернатора Московской области, а также памятные подарки от Андрея Иванова. В адрес виновников торжества прозвучало немало пожеланий и напутствий. Главное из них – быть достойными гражданами своей страны. Хочу вас поздравить с тем, что, получив этот документ, вы стали полноценными гражданами великого государства, которое называется Россия. Любите свою родину, любите свой край, где вы живете, наш Одинцовский округ. Будьте настоящими патриотами. По завершении церемонии состоялась общая фотосессия. Улыбающиеся ребята гордо демонстрировали новенькие паспорта. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».